21 километр. Жарко. Весна. Незавершенный маршрут. Отчалил. Ну вот маршрут хочу закончить, который начал в 2018 году. Да, камеру топил, был такой момент. Не смогли идти, потому что в этом участке здесь было все заросшей травой. И поэтому было отложено на неопределенное время. Получилось так, что прошло уже почти 2 года. Вот это неопределенное время, значит, нету возможности поплавать. Сегодня я уже байдарка та же, рюкзак тот же. Камера немножко поменялась. У меня теперь подушка здесь, ну, не видно, она мягкая, дувная, хорошая, уже сижу я комфортно в ней. Хочу сделать вот еще такой дополнительный руль. Ну, потом, по ходу движения, если найду палку длинную. Добренько. Вот, поплыли дальше. У нас впереди 21,5 километр группа. Ну, примерно даже будет, я думаю, километров 25. Маршрут это город Десна. Пошел небольшой перекат. Нашел, как и в 2018 году, дохлого кабана там плавал. Там ниже переход был животных. Нам перегоняют, бродцы, так я понимаю, за речку. Вообще не знаю, где-то в районе деревни Шуги прохожу сейчас. Чуть выше, наверное, чуть выше. Шугай. Ну, пойдем далее. Речка очень медленная, ну, не знаю, скорость течения воды, ну, от силы метра 3, километра 3, наверное. Минуту. Фу. 3 км/ч. Вот так. Не больше. Шаг человеческий намного быстрее. Ну, пойдем что делать. У нас же времени много. До ночи. Деревня Соколова, я так понимаю. Пристань человека сделана. И на противоположном берегу пристань. Как паром прям. Ходит туда-сюда. Ну, видимо, даже купается человек. Пристань такая, там даже ботинки чьи-то стоят. Как бы не утоп. Ну да ладно. Какая интересная пристань. Похоже, стационарная. Это приносит, каждый год ставит. Как-то льдом не стягивает, не знаю. Время плывут. Впереди меня загоняю, не убегаю, думаю, что я сзади. Вон там лебеди. 2 штуки. Было еще 3. И здесь куча уток. Это классное место. Наверное, можно даже использовать для стоянки. О, приплыли. Фух, мелко здесь. Шикарно просто. Классный берег. Камушки, галечка. Ну, вот. Такое вот место. Смотрите, остров шикарнейший. Можно здесь находиться. Ну и вообще виды здесь шикарные. Так вот вверх по течению. А мы идем туда, вниз. Туда пойдем. Родина где-то 3 километра. А мне сегодня нужно пройти грубо 21,5. Это по картам, по гугловским. Я думаю, примерно километров 25 будет точно. Я же не буду так срезать прямо. Ну вот где-то 25 километров мне нужно пройти. Ну, запланированной ночевки нету. Но думаю, что сделаю небольшой обед у костра. Поснимаем тоже. Посмотрим. Нравится это место. Прекраснейшая вода. Голубя здесь хорошо варит. Река Ельнянка, вот она вытекает. Это единственная речка, которая вытекает из болота Ельня, точнее из самого озера Ельня. Вот она вытекает и впадает в Десенку. Реку Десну. Вот. Речка Ельнянка.
Лебеди, как всегда, со мной сзади. Впереди меня уже 5. Вот таким образом. Это мы проехали деревню Поплавы. Речка Ельнянка. Еще напоминаю, Ельнянка, и получается метров, наверное, 300-400 выше по течению, там за этим поворотом, будет тот остров, который я говорил. Ну вот его можно использовать для стоянки, если у кого-то захочет переночевать, еще где-то на том острове оптимально. Там и песчаник дальше хороший, и косая. Рыбу можно половить, покупаться, там вообще прекрасно, там хорошее место. Из всего болота, что здесь есть, там хороший такой песчаничек. Для стоянки само то. Прошел я где-то с 8 километров. Лодка неустойчиво идет. Приходится постоянно подруливать. Это лишние силы. Рыбачить пока не удалось. Ну, посмотрим, в перспективе все. Подходим к деревне Луговцы. Это вымершая деревня, ее не будет. Ближайшая деревня, которую я встречу на пути, это будет у нас Николаево. Это еще километров 10. Ну, таким образом. Белая цапля. А, стоит, не боится. Совсем близко. Обычно они пугливые. Но здесь такая глухомань. Никого нет вообще. Вот участок леса проходишь без проблем. Здесь вообще никого нет. Пытался ловить рыбу, пару раз клюнул. Ничего. Теперь понимаю людей, когда говорят, что вот одиночные походы, они как бы вот интересны. На самом деле, когда никого ждать не надо, когда я в прошлый раз с братом ходил, ну, ждать, конечно, приходится сейчас не на байдарке, на обычной лодке. Очень так утомительно. А так вот идешь налегке, не напрягаясь, лодку разогнал, чуть-чуть корректируешь и идешь спокойно, очень даже хорошо. Одиночные походы интересны. Тихо, спокойно, радуешься жизни. Плывем далее. Вот это деревня Луговцы, я так понимаю. Я так понимаю, конечно. Там шалаш какой-то был на берегу заброшенный. Ну, кто живет. Ходим в таких дебрях. Ой, здесь кругом заросли. Деревня Николаева. Вообще непроходимые дебри. Видите? Приходится такими вот проходить, такими участками. Попробую найти выход с этой туннели. Как бы очень проблематично. Так идет туннель, ну раз и все, и заканчивается. В тростнике. Надо найти вариант. Не знаю, тут маршрута. Поэтому я иду наугад. Не глубоко, по колено всего. Видимо, раньше был быстрячок, а сейчас. А сейчас какой-то заросли тростника. Тут как-то. Нужно вписаться. А вот сюда пойдем. Вот в этот вот окно. Ух ты, удочка. Это окошечко. Да. Бани по самым берегам. Шикарно, конечно, здесь живут люди. Место хорошее. Лодка крутится. Не может стоять на месте. Вот такой вот пейзаж. Низовичка. Лодки. Деревня Николаева. Раньше был хороший быстряк, сейчас заросли. Ну вот, прошли мы Николаева. Сейчас верхние Кособуки вот за этим лесом. Идем хорошо. Полет нормальный.
разворачиваем лодку, показать, какая красота. Живописно, все красивенько очень. Смотрите, как. И никого, ни души. Здесь ни деревьев, ничего нет. Оказалось, очень сложно найти место для стоянки. Здесь я думал, ну, как-то все равно лоси здесь на запой ходят. Там деревня за речкой. Вот, кстати. Не знаю, следы лосей. Не знаю. Не знаю. Надо искать еще что-то. А весь берег просто ил. Никакого места для стоянки нет. Так мы как-то на стоянку и не стали, где покушать, и вообще речка, просто нет мест. Нет мест, где можно выйти на берег. Везде буза, всякая всячина. Просто как-то вот так. Здесь он, конечно, там еще выше Ельнянки был островок, где можно было стать. А здесь он вообще, я приехал, похоже, вот тупичок. Как я теперь буду убираться с этого камыша? Не знаю. Ну, пойду прямо вон туда. Ну, вот такая вот текуха здесь небольшая. Немножко течет по особенному течению собственному. Вот такая скорость. Конечно, это не горная река, но для Беларуси, в принципе. На Двине еще жестче. Будем сегодня в Двине. Должны быть победы бы где-нибудь. Ну, небольшой будем себе завтрачек готовить. Водичку так печу сейчас поставим. Перекусил и дальше продолжаю путь. Сейчас мы проплываем вот под этим большим мостом. Вот этот мост. Вот. Там уже десна. Осталось-то отсюда что-то около 7 километров по речке. Сну. Вот уже. Улица заливная. Ход нормальный. В принципе, даже если не останавливаться, этот участок спокойно можно проплыть за часа 4,5. А если как я, так на расслабоне, ну, часов 6. Ну, сейчас посмотрим. В принципе, хорошо все. Добрались до Десны. Проплываем заливную. Дизнинский мост. Сейчас вот мы старинный строительный деревянный мост с деревянным настилом, металлический, на быках. Местный пляж. Ну вот, по сути, до окончания города, вот, то есть реки Десна осталось меньше километра. Дальше пойдем по Двине. По простому пути, где никто не ходит.
получилось камеру поставить. Ладно, что будет, то будет. Увидим. Большие камушки, пороги. Я не пошел по основному порогу, пошел по такому маленькому, второстепенному. Шепот. Интереснее. Вот это на камне нас кидануло. Съемки этот привлекаю съемкой, покажу кому. Ну, прошел этот порог, видимо, ничего не записалось, но было экстремально. Ну все. Вон и паром, меньше километра, и я дома. Вот и вся поездка. Прибыл к парому. Руки сгорели. Вообще, с нами было рыбалку делать длинным рукавом. Ну, вот такая вот сплав у меня. Кому понравилось, тому понравилось. До скорой встречи.